Оставаться один на один с компьютером кижмарю Александру Малясову ой как непросто. Другое дело топор, рубанок, пила, но так получилось, что в его новой жизни все эти понятные пенсионеру вещи больше не нужны. Судьба закинула его из Кежмы, ныне скрытой толщей богучанского водохранилища, в современный Сосновоборск. Во время наших встреч для съемок проекта он, конечно, задает вопросы, но трудностей меньше не становится. Поэтому мы узнали для него о курсах компьютерной грамотности для пенсионеров. И даже договорились, возьмут нашего героя, но он наотрез отказывался туда ехать. Снова сесть за парту, в моем-то возрасте сокрушался он. Чего людей смешить? В итоге на силу уговорили. Ну разве что с нами. Так, одним глазком посмотреть. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Александр сегодня... Юрьевич. Сегодня буду вашим учителем. Значит, сажайтесь. Лишать меня компьютерной безграмотности. Так я понимаю, да? Ну, да. Давай, Андрюша. Оказалось, что яйцо курицу все-таки учит. Да и курсы в молодежном IT-центре не такие уж и страшные, как может показаться на первый взгляд. Трудоотрядовцы готовы по 10 раз объяснять одно и то же своим подопечным. Некоторые особо усердные ученики все старательно записывают. Ну чем не умницы и те, и другие? Как правило, вот все эти обучения, весь этот проект заканчивается обязательно в рамках каждой бригады трудового отряда каким большим чаепитием. И коэффициент количества сладкого по итогам обучения – это как раз показатель того, насколько хорошо отработали ребята. Александр Малясов возвращается домой с головой, переполненной новыми знаниями, как бы не расплескать. Мы, конечно, не звери, помогаем ему установить и настроить скайп. Об этой штуке ему приходилось слышать, но вот пользоваться никогда. Так, это камера, а тот телефон, да? Да. Это видеозвонок, это да? Видеозвонок, да. Ой, волосики на дыбом стоят у него, ну-ка подними его. Привет, роднуля моя. Сейчас увидел где-то, да? А то я уже дождаться себя. Дождаться не можешь? Конечно, вот деда поправит немножко здоровье и приедет тебе родному. Обязательно. Ну-ка расскажи что-нибудь, а? Немного надо людям в возрасте для маленького счастья. Увидеть родную кровинку, хоть и за 3-9 земель, поболтать о том о сём, и снова хочется жить. Кажется, мы действительно спасли Малясова от одиночества. Теперь у него совсем другая жизнь. Среди своих, кижмарей, он стал настоящим героем. Позвонили вчера мне с Абакана, балтуринцы позвонили. Первое, что сказали, что ты меняешься с каждым сюжетом, то есть становишься позитивней. Такая двигательная моторика у тебя стала появляться живая. Ну, говорит, передай, говорит, ребятам, которые тебя снимали, большое спасибо от нас, ангарцев, то, что вот затронули эту тему, ну, еще и ноутбук подарили, так сказать, то есть чисто от души. Впереди у Малясова самое сложное. Ему предстоит стать активным пользователем социальных сетей. Кижмарь – человек из медвежьего угла. Познакомиться с миром комментов, лайков и котиков. Как повернется его жизнь после этого, мы не знаем. Но будем обязательно следить вместе с вами. На Дари Добро, ТВ. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. Партнер проекта «Дари добро» – оптово-розничный склад трикотажа и белья «Радуга». «Радуга» – 18 лет на рынке оптовой продажи качественного трикотажа от лучших производителей.